Соревнования по национальным видам спорта в рамках проекта «Youth Nomads» прошли в Алматы. Особенность турнира в том, что в нем участвуют молодые люди, работающие на городских рынках. Соревнования проводятся с прошлого года по инициативе Управления молодежной политики города. Участники состязались в Казак-Куресе, Асахату. Победители получили денежные призы. В дальнейшем городские власти планируют проводить подобные турниры на всех 40 рынках алматинской агломерации. Их организации займутся комьюнити-центрами. Рассказали Управление молодежной политики. В этом году этот проект реализуют ребята, которые в прошлом году были участниками и теперь хотят развивать, да, это направление, хотят быть вовлеченными в процесс организации вот таких мероприятий. И в этом году вот Казахша-Куресе организовывают ребята, которые в прошлом году стали призерами и в целом пропагандируют развитие.